Летом, сидя на работе, многие уже грезят о долгожданном отпуске на море. Девушки примеряют новые купальники и задаются вопросом, как подготовить тело к пляжному сезону. Тренер клуба «Артфитнес» Олег Майоров говорит, что сбросить вес или привести себя в тонус быстро не получится. Это длительный процесс, на который нужно закладывать как минимум полгода. В это время нужно разработать план питания и программу тренировок. Ни в коем случае нельзя истязать себя за несколько недель до отпуска. Так вы можете серьезно подорвать свое здоровье. Первые тренировки, они не объемные, поэтому это минут 40-50. Да. Тут главное наладить определенный режим и первое время, когда ко мне приходят какие-то новенькие люди, я стараюсь ставить цели. И цель невысока. Просто поставить 3 тренировки в неделю. Но делать это режимно. Вот. А уже потом по целям разбирать и создавать новые цели. Самое главное в тренировках – регулярность. Если вы ставите себе цель сбросить лишний вес, то тренироваться лучше натощак, чтобы организм брал энергию из подкожного жира. А в питании надо создать дефицит калорий над расходами. И без подсчета БЖУ – белков, жиров, углеводов – в этом случае не обойтись. И для похудения, и для поддержания здоровья и тонуса добавьте в свой рацион больше овощей, фруктов, белка. Не менее важную роль в этом процессе играет хороший 7-8-часовой сон. По питанию, конечно, больше овощей, больше белка. Первые приемы – это углеводные идут. Рис, кашки – тоже в небольших объемах, вот, с определенным интервалом, с хорошим сном и с постоянностью по тренировкам вы обречены на успех. Сладкое, мучное, жирное, фастфуд. Иногда так хочется съесть что-то неполезное. Тренер советует, что есть можно все, но в небольших количествах и не слишком часто. А если вы чувствуете, что переборщили с неправильным питанием, то идите в спортзал и поработайте там дольше обычного. Если цели похудеть у вас нет, но вы хотите поддерживать тело в форме и хорошем тонусе, то вам также необходима регулярная физическая активность. Тренировочный объемный процесс всегда провоцирует выработку гормонов. Когда мы создаем определенный объем работы, да, наш организм начинает просить, дай мне вот этот гормончик, дай мне вот этот гормончик. Наш метаболизм увеличивается, и наше тело начинает работать в другом темпе. Когда этот процесс налаживается, у тебя автоматически начинает тело тонизироваться, и ты начинаешь лучше себя чувствовать, и твое тело начинает тебя радовать. Физическая активность нужна каждый день, поэтому свободные дни без тренировок можно посвятить ходьбе в умеренном темпе или заняться бытовыми делами. Главное – не лениться и ввести активность в привычку. Чтобы получить квалифицированную помощь, не надо серфить на просторах интернета. Приходите в «Артфитнес». Тренеры клуба – профессиональные спортсмены с большим опытом работы. Для вас подберут индивидуальную программу тренировок, составят план питания, помогут с постановкой целей. В фитнес-клубе большое количество разнообразных тренажеров на все группы мышц. Позаботьтесь о своей физической форме вместе с «Артфитнес». Улица Лесная, 39.